Где встретить, друзья мои, нигде. Вот тут. Не видно, ладно. Хорошо выглядит. Ну, Андрюх, привет. Выгнал Андрей за май. Вот так вот скажу. Знаете, где я, друзья мои? Помните серию трансляций, где Андрей Замай шел? И в какой-то момент пришел. Я почти пришел. Сейчас покажу. Видите? Надеюсь, видите. Привет, Туркменистану. Куда я держу путь, друзья мои? Домой. Как Оксимирон на том микстейпе. Мой долгий путь домой. Го на митинг. Я только оттуда. Наушники, скорее всего, Кендрик Ламар. С грустными песнями. Электричка в Суздаль вечерком. А, помните про Суздаль, молодцы. Рост 1,62 м. Такой небольшой. Небольшой рост. Я просто на дополнительных ногах хожу. Это улица Новорязанская, я так думаю. Жизнь отлична. Респект Новорязанской улице. Тебе не понравится ходи, братан. Шок выше будет, да. Все так. Но все-таки я думаю, пешком или троллейбус. Какой выбор сделать? Тралик. Ну, прошел остановку, надо на следующий идти тогда, да? Обратно же это не пацанский путь. Йо, респект. Я и сейчас фармлю на мипа в лесу, друзья. Видите? Это лес. Надеюсь, так понятней. Внуки. Да так же. Не существует. Антихайп караоке. Кстати, я думаю об этом. Чтобы запустить какой-нибудь караоке-стрим. С гостями конченными. Что думаете? Караоке стрим только для нормальных пацанов. Как сдать завтра госэкзамен? Я не могу ответить на этот вопрос. С праздником. Что один? Я одинок. Одинокий волк, друзья мои.
Кто круче, ты или Окси? Ты? Конечно. Концерт в Минске не планирую. На батле мировой славы был. В клубе Грибоедов 25 мая, друзья мои. Такое там было, ух. Очень странно. Чего вы молчите, не спрашиваете ничего? Наверняка какой-то... О, какие вопросы про рэп. Вы ебанулись, что ли? Вы что, блядь, рэперы нахуй? А ну, пацаны, успокоились все. Где все, блядь? Кто все? Я тут один. Кофта, почему один? Митинг. Кофта, почему один? Митинг. Вы что, ебанутые? Я не планирую концертов никаких, кроме тех, которые объявлены на странице. Пиздуй на площадь, пиздуй нахуй. Сколько человек в день успеваешь банить? Не знаю. Ренессанс — это не коллектив. Ренессанс — это музыкальное издательство. Лейбл. Сколько жму. Любитель или дегустатор пива? Очень глубокомысленный вопрос такой. Не пью пиво, к сожалению. Пес, да. Куда направляюсь? Как ты можешь заметить, вперед. Куда? На самом деле я иду с Тверской. Когда стрим с русиком? Вот вопрос, когда стрим на русском? Вот это вопрос. Кто-нибудь платит тебе за фит? Ты дуть, что ли? Ну ты дуть. Ссылка на Twitch, друзья мои. twitch.tv/sdthaking. Yep. Как там, шок? Где шок? Да на Тверской ничего, то же самое, реконструкция. Никого там не было. Сегодня Кендрик Ламар, друзья мои. Брал Навального. Ебать, умственно отсталый, что за хуйню ты пишешь? Не думал ли я пиарить Эдика Кингсту? Натуре? Можешь что-то читать. Я вот комментарии ваши читаю. Да, Дим нагулялся. Скоро великий праздник. Праздник будем праздновать, конечно. Могу ли я извиниться на камеру? Только за деньги. Ты не отвечаешь, тебе стыдно. Братан, тебе не стыдно? Ну и тоже хуй тут спрашивать. Это не смешно, это было 100 лет назад. Иди нахуй. Чем ты занимался, кроме рэпа? Что про Е3 скажу? Ничего не скажу. Я не смотрел, поэтому не знаю, что могу сказать. Вы смотрели, вы скажите. День отлично. Великолепно сегодня гулял. С Ваней Иваном из группы «Ленина пакет». Не знаю, но сколько мы, наверное, прошли по Тверского раза? 4, 3. Ну и вот. Играю ли я в ПК, если это в какие игры? Пау, чувак, чувак, ёбаный стыд, ёбаный стыд, какой же ты. Ой, блядь. Парижа с круассаном, да. Урод меня ебал, прикольно. Ну-ка нахуй иди отсюда, оп. Респект. Знаете ли вы, куда мы пришли? С ДЛСТ. СФ.
Как так перейти-то, блядь? Ладно. Сделаем вид, что просто вот так. Много русских рэперов было на митинге, не знаю. Наверное, один точно. Один. Вот, друзья мои, мы уже в лесу. Какой у меня телефон? Не знаю. Телефонный. Я филиал филиала. Фит за деньги года, ну брось. Ты не умеешь рэповать, у тебя нет денег. В чем твоя проблема? А если серьезно, то напиши на страничку, которая мне написана ВКонтакте. Бла-бла-бла, там, по вопросам, бла-бла-бла. Привет Саратову, Калининграду, кому там еще. Всем людям этим привет. И вот они мы. О, ребят, куда мы пришли, вы знаете? Знаете, куда мы пришли? Храмы, 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 конечно, Кендрик. Питер летом. Боже, я опаздываю. Перископия? Бывает, бываю. Да, решил. Немножко молитвы. Да был уже батл гнойного сокса. Перестаньте спрашивать, друзья мои, перестаньте. Магнитки, привет. Нет, Богу не верю. Дошел ли мой дис до пердуна? Не знаю, друзья мои, наверное. У меня великолепный безупречный дис. Он мог бы и дойти. Чернышевский или Сенчин? Не тот и не другой. Куда мы идем? Значит, встречаю. Попу или в глаз? А как твоей девушке больше нравится? Протеин или креатин? Протеин, Герман, протеин. А сегодня подходили фоткаться, мне это не очень нравится, потому что мы серьезные ребята. Я не знаю, такой Антон Логвинов. Что-то вы скучные. Покажу вам скоро. О, мой тралик. Боже. Ну, мне не хочется бежать.
А вам? Димон? Не знаю, что с ним. Мне кажется, Димон потерял кое-что. О, какие шутки! Пиво или вино? Не пью, друзья. Театр кукол, друзья мои. В зал нет, не ходил никогда. Буратино. Красивый. Вы что, ебанутый, что ли? Мне стыдно за вас. Просто стыдно за вас, друзья. Пишите просто ахинею. Нельзя, ребят, нельзя. О-о-о. Респект. Давайте, что-нибудь умное. Что-нибудь умное, друзья мои, пишем. У моих фанаток грустно. Ушел после девятого? После девятого светлого? Навальный или Мальцев? Мальцев, конечно. Фильмом Гай Ричи никак. Почему Драга живет в тюрьме? Не догадываюсь. Блядь, куда они так бегут? Что это такое? 300. Понятно. Салат. Салат хорошее дело. Жалеешь о ранних треках? Жалею о твоей орфографии, братан. О склонениях жалею. Погода хороша. Батл Леха Медь еще. Лола или Кек? Наверное, Кек. Ладно, все, вы скучные.